Как ты будешь дышать там? А у меня не показано, что я сейчас задохнусь. А, наверное, нам какую-то штуку все-таки приклеили. Ё-моё, это бездна. Понимаешь, это какая-то бездна. Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Андрей. Всем привет! И сегодня он в роли судьи Дреда. И я, Катя, как вы видите, я здесь просто в танкующей броне. Я сегодня... В роли рыцаря. Я сегодня средневековый рыцарь, да. Мы наконец-таки скрафтили титаниумную броню, мы как раз вот в ней находимся. Прощай, ФПС просто прощай, до свидания. Да. И нам нужен тот пингвин, который дал нам... Стоять! Иди за пингвином! Давай, говори, так, вот. Похоже, ты готов. Вот тебе координаты. Сообщи мне, когда ты убьешь этого пирата. Угу. Все, mission obtained. Отлично. Детали на в этом компе вашего да. корабля. Так, ты хотел что-то продать, я просто уже все это самое. Я все сундуки. Да. А я пойду сейчас продам немножко всякой хрени, потому что я не хочу, чтобы она у меня место занимала. Так. Слушай, бинты продаются, не знаешь? Да, на самом первом ларьке, который находится слева. Да, ой, слушай, я, наверное, куплю. Так, а я нафиг продам. Нет, я вот эту куплю, слушай, я вот эту одну штуку куплю. Так, что тут еще продать потещу, можно? Ну-ка, потещу, как она. Как она работает, ну-ка. Что ты там? Класс, что ты купил? Медицинские сумки беру. Да, сколько, медицинские сколько? Сумки. Блин. Что такое? Я банкрот. А у меня 5 пикселей осталось. Нифига себе, это сколько там стоит эти... 50 монет, одна сумка. Да? 25, ой, один пинг. Слушай, тут есть чувак, который в похожей броне, как и ты, вот он. Вот этот. Я сначала подумала, а что ты здесь стоишь? Ладно. Ну-ка, а сколько они восстанавливают эти медицинские сумки-то? Не знаю, но они явно лучше бинтов. Я практически уверен в этом. О, тут можно купить... Ты знаешь, что здесь можно купить теперь Эрхиус Кристалла? И топливо. Да. Горючку. Кстати, я куплю, наверное. Я куплю одну горючку на свои последние 5 копеек. Все, я банкрот полный. Так. Сколько я готова потратить? Я готова потратить 500 пикселей. А, да, ты, короче, решил поэкономить, я понял. Ну, потому что я могу потратить 2500, но я не хочу. Поэтому я потрачу вот так, да, я потрачу 500 единиц, 500 пикселей, все. И так, ну что, надо на корабль теперь. Нет, не так. Что? Через портальный проход, там ты не выйдешь, по-моему. Я выйду здесь, просто сделаю на один шаг побольше и все. А, окей, смотри. Все, вот я вернулась на свой корабль и теперь можно заправиться. У тебя так мало было, что ли, топлива, что ты заправляешься? Нет, я просто еще решила заправиться. Так, Майка. А у меня единица топлива, я ее пока оставлю себе. Mission obtained. Сейчас посмотрим, что у нас тут за mission есть. Так, вот, Dreadwing называется. Пингвин на аутпосте хочет, чтобы я убила противного пирата Dreadwing'а. Ну, полетели. Ладно. Ой, скайп сразу просто накрылся, как только я полетел в ту галактику. Ты тут еще? Я здесь. У меня все нормально. Все. Меня попустил. Не ходи налево. А что там? Там пингвины в касках и с автоматами. У меня тоже такие автоматы есть. Они... Нифига себе, они убиваются медленно. Ну, снаружи, по-моему, не подходящий. Надо было скрафтить что-нибудь получше. Что? Они все нормально. А он не рабочий, да? Да. А вот тот рабочий. Ой-ой-ой-ой-ой, я пошла отсюда. Так, короче, будем его... Будем тырить на подходах. Убивать на подходах. У меня гривной щит, он. Он меня все равно не защищает, а мне нужно перезарядиться. Блин, то, что здесь танк есть, это мне не нравится. А кто тут будет босс, как ты думаешь? А, большой пингвин. Был гигантский пингвин на летающей тарелке, но тут вряд ли он.
Слушай, а копье мой неплохо дамажит-то. Так. Слушай, вообще копье. Я сейчас умру. А, не тем залечился. Ну-ка, подожди. Ой, хорош, хорошая сумка. Нормально, да? Сумка мне нравится. Во-во-во-во-во, ты посмотри. Первый посранец. А, он это он и есть, кстати. Я, короче, пошла сюда. Не-не-не-не-не, что за хрень вообще? Что это за тарелка долбаная? Я не понимаю. Ё-моё. Это жесть какая-то. Ау, меня накрыло. Ёжикин хвост. Что, мы сейчас его уничтожим? По-моему, да, все. Нет. Нет? Она разбилась. Квест комплит, все. Да. Так, и мне... Алло. Что, подожди. Я умерла, что ли? Да. Тарелка дамажила. На мяч не убил. Слушай, там... а сколько нужно запчастей принести? У меня 16. Я не знаю, я ничего не получила. Нет, они выпали из тарелки. Она разбилась на 17 запчастей. Лети ко мне. А, тебе придется респаунить миссию или ты как, что? Сейчас, подожди, я смотрю. Мне нужно отнести вот эти вот детали пингвину на аутпосте. Сколько мне, по-моему, не выпало ничего. Ну сейчас заново пойдем убивать что. О, подожди, у меня... Отлично. Нет, мне выпали 4 штучки. Так, у меня, да. у меня тут книга появилась. Кто хочет, читайте на паузе. Мне в лом это делать. А, тут наверняка что-нибудь... Может быть, что-то полезное, может, нет. Пошли на аутпост. Подожди, я еще на той планете. Я хочу проверить, что тут... Блин. А, тут конец, да, карты. Там понятно, конец, все. Да? Но мы, кстати, быстро с тобой распинали. Ну, это какой-то он не сюжетный какой-то. Просто армия пингвинов. Ну, может быть. Ладно, так. Я нашла этого пингвина, я пойду ему сдам квест. А, сейчас, подожди, я еще тут. Ладно, жду. Где этот телепорт? Все, верни меня домой, пожалуйста. Давай. Я, конечно, выгляжу очень странно в этой броне. Тут цивилизованные люди, и тут пришла я. Да. Рыцарь. Средневековый рыцарь, да, танкующий какой-то непонятный. В смысле? Что такое? А, не, все нормально. Давай быстрее, сейчас пингвин сбежит опять, пока он тут. Давай быстрее, я его держу на мушке. И чу! Вот, давай, все. Так, он дал какой-то процессор. Может быть, ты сможешь его использовать. Ага. А теперь можно отстроить роботик Crafting Table. Я даже сейчас пойду и посмотрю, что это. Так, железная леди. Ну-ка. Это, наверное, нужно свойство сломать, я так понимаю, нет? Сейчас посмотрим. Роботинг. Ой, у меня даже на корабле FPS-а нету теперь. Так, самое главное... А, вот он! Где вот он, где он, где он? На металл... А, вижу. Iron Crafting Table. Так, что, где он? Титаниум нужен. Где он? 5 титаниум баров, хорошо. Здесь же... Блин, я не помню, где у меня хранятся же металлы. Так, ё-май. Титаниум бар, отлично. Все, пошла делать роботик Crafting Table. А зачем он нужен вообще? На нем что-то крутое будет делаться, наверное. Наверное. Но это вместо обычного стола теперь такой будет. Ну, вместо Iron Table, да, видимо. Да. Так, роботик... Нет, это не то. Вот он, роботик Crafting Table. Так, слушай, ломаю железный, ставлю... Ёжикин хвост, он так выглядит круто. А что на нем можно делать? Да все тоже, плюс. Все то же самое, но что-то еще, наверное. Новую, наверное, печь можно сделать. Титаниум Хантинг Боу. Серебряные штуки. Дурас. Что? Ух ты! Я теперь. Есть, смотри, тут можно теперь сделать этот самый. Крюк. С веревкой. Да. Одноручная вещь. Крюк на вот этом роботе Crafting Table, но для него нужно 20... Внизу где-то или где? Да, в самом низу вкладка с этим, с молотком, по-моему. Да, вкладка с молотком. Но нужно 20 дюрастиловых баров. Я не знаю, что это такое, где это взять. Дюрастиловые бары, они, мне кажется, где-то в другом месте. Да, теперь тут все можно дюрастиловое делать. Здесь стекло, глаз, блок есть? Да. Ага, у меня у самого есть все. Ой, я могу теперь...
все себе сделать титаниумное. Так, автоматик фурнитюд. Что такое фурнитюд, я забыл. А, это мебель. А, нет, это фурнейс, фурнейс, прости, это а, печь. А, фурнес сейчас, а где она? Ё-моё, какую печь я себе сделал. Атомик, слушай. Атомик фурнес, сильвербар и глазблок. Да. Сейчас. Ничего себе, какая она технологична. Так, сильвербар. Вот это печечка. Во, дюра... вот, и теперь можно сделать это дюрасил. Так, дюрасил. Где она? Где она? Вот она, атомик фурнес. 30 для начала сделаю. Так, сейчас. Стилбары. Блин, она... О, она не помещается вот здесь. Зараза, придется ее ставить вот здесь. Что за тупость? Так, 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 что мне нужно? Что мне нужно? Что мне нужно теперь? Так, теперь. Молоток. Блин, у меня теперь ничего не помещается из этой фигни дурацкой. Наверное, надо мне продать... Этот самый. А, нет, cooking table я оставлю, наверное. Нет, я все сломал свое. Ой-ой-ой, как что-то я поспешил. Так, ну ладно. Cooking table я оставлю. Это я поставлю здесь. А, нет, я не зря поспешил, что сломал. Это вообще что за штука? Господи, не пугай меня, штука. Все. Ой, у меня FPS вообще нет, ты понимаешь? У меня FPS вообще нет на корабле. Не знаю, у меня вроде норма. Вроде все работает. О, трели, господи. Так, атомик фурнес. Что тут дюрастил? А, нужны сильвербары, блин. А, так, сильвербар. Так, значит, пошел я делать этот дюрастил. Зараза. Дюрастилов мне, пожалуйста, помочь. Я, может, тебе отдам, если мне хватит. У меня всего один сильвербар просто. А, ну это плохо. Конечно, плохо. Мне кажется, или мне пора я делать... Я остался с новой броней. По-моему, мне пора делать корабль другой. Новый? В смысле? Ну, в смысле, у меня теперь все такое здесь высокотехнологичное, и моя средневековая хрень здесь уже не катит. Подожди, я же себе шлем сделал уже, нет? Разве я себе шлем не сделал? Ну, еще один скрафчу еще. Так, все, я себе одну дюрастиловую штучку сделала, смогла. Я теперь могу... Что такое компаунд бобо? Шо? А, это новый... Это новый этот самый, новый лук. Да, аутсайдер шлем, новый шлем из твоего вот этого вот, который у тебя доспех рыцаря, из него можно сделать проапгрейджен доспех. А где? Из него на новой строительной штуке. Нет, у меня такого нету. У меня вообще на роботик крафтинг тейбл нельзя делать броню, только оружие. И на роботинг молоток, и там репликатор нужно скрафтить. У тебя скрафчен репликатор? Я не знаю, что это. Роботинг, репликатор. Ну, у меня нету такого. Я не могу это сделать, потому что у меня нету дюрастиловых баров. Я всего один смогла сделать, у меня нет серебра. Секунду. Так. Я сейчас тебе заодно новую свою броню покажу. А чем она отличается от старой? У меня теперь противогаз встроен. Ты похож на Republic Commando. Посмотри, что у меня есть просто. Все. Нет, это не то, подожди. Ты похож на Republic Commando. Ага, это серебряная дрель. И нахрена она такая? Дрелить. А, окей. Подожди. Так. Как выкидывать вещи, не помнишь? На ку. На ку? Да. Забирай все, что есть. 42 штуки, круто. Так, репликатор. Его куда-то отдельно надо ставить или вместо крафтинг тейбла? Он вместо. Нет, не крафтинг тейбл, он вместо этой печки, где ты оружие и броню делала раньше. Только он больше. Только он больше. Зараза, мне вообще некуда все ставить. Мне нужно срочно, блин, это самое. Корабль увеличить. Знаю, абсолютно некуда ничего ставить, да. Это о, с тобой вообще... Я смогла его поставить на вторую полку. Отлично, я тебя поздравляю с этим. Так, что это такое? О боже, я не буду делать эту броню. Я не буду делать эту может, долбанную это броню. Нет, ну ладно, я сделаю, но не эту самую, но не шлем. Шлем, у меня есть меч, называется антивирус. Хороший меч.
Весь антивирус. А, я себе могу сделать эту бриллиантовую дрель. Ну круто, тебе бриллиантов хватает, значит, что тебе. Нет, я просто я вижу, что я могу ее сделать, но я не хочу ее делать, у меня не хватает. Блин, у меня ничего нету. Ты понимаешь, у меня вообще ничего нету. Да. Антивирус. Это ж надо. Я могу сделать себе копье, которое называется «Дружеский запрос». Классно. Так, я опять сейчас буду голая. Да, я опять голая. Мне надо одеть... У меня больше нету спального места. А, нет, эта броня, в принципе, выглядит неплохо. Ну, конечно, с этим... Ладно, буду ходить вот с этим вот шлемом, потому что тот шлем из новой брони — это реально какая-то, я не знаю, консервная банка. А мне тем временем нужна новая кровать. Мне тем временем нужно. Потому что мне это не нравится. Я могу сделать дюрастиловую кровать? Нет. А, я могу сделать дюрастиловую кровать. Почему бы и нет? А, у меня не хватит ткани. А у меня есть 20 тканей. Прилетай, заберешь. Не, сейчас я просто сделаю небольшую перестановочку у себя на корабле. Совсем небольшую. Так, а это мы поставим вот сюда. Ну, делай. А, у меня что, травы нету? О, дожили. У меня нет травы, мне нечего сделать. Кошмар. Пипец. Так, ладно, я это самое, я куда? Полетел обратно на аутпост, посмотрю, что там к чему. Можно сделать титаниумную. Поищу, кто нам следующий квест даст. А зачем? М? Блин. О, раз, вижу. Вижу мужичка. Твою дивизию. Чё, ребята, а чё это вы? Чё это вы? Меня какие-то два парня испугались и убежали от меня. Так, Фроуз. Так, вижу один квест, сейчас пройдусь, посмотрю. ФПС, пожалуйста. Это ты куда ушел, скажи мне? В аутпост, в аутпосте. А, на аутпосте. Я проверяю просто, есть ли еще. Ну так, и погляжу, здесь только основные квесты даются теперь. Никаких вторичных больше квестов я не наблюдаю. Нам еще тортик надо с тобой еще сделать? Или мы тортик, сидим? Да, надо сделать тортик, а я почему-то сейчас стырила все, что почти всю мебель, которая у меня стояла. А, я не могу понять. Короче, какая-то трехглаза, то ли парень, то ли девушка нам дает следующий квест, но я тебя подожду. Сейчас я попытаюсь дойти. Так, и вот Glowing Chest. А, нет, надо его забрать и поставить вот сюда. Так, ладно, аутпост. Аутпост, так аутпост. Надо чуть-чуть продаться, потому что я тут сейчас забрала сундук с едой, и мне надо всю эту еду продать. Так. Где там это трехглазое нечто? Вон оно прыгает над тобой. Куда ты пошла? Я пошла продаваться. Я пошла продаться чуть-чуть. Так, у меня тут столько всего. Он курица. Зачем она мне нужна? Я же робот, я не ем. Так, титаниум бар я не стану продавать. О, у меня есть два яйца. Я это оставлю. Чтобы тортик сделать. Так, мясо. Это что такое? Это не то, что мне надо. Эй, постой! Ты смотри! Еды на 1000 пикселей. Офигеть. Все? Продала? Да. Все, иди сюда. Сейчас. Все, ладно. Иду. Это ты идешь? Это ты? Нет. А, я думал, Дарт Вейдер такой идет. Я себе... Видишь этого Дарта Вейдера? Вижу, я себе не стала делать такой шлем. Пошли направо, вон. Так, я вижу, да. А, привет, привет, после того, как... Сейчас что? Kelp from bottom ocean. Если ты принесешь мне 300 келпов со дна океанской планеты, я дам тебе биоимплант, который позволит тебе выжить на радиоактивных планетах. Классно. Круто. Океанская планета нас ждет. Да, давай. Давай посмотрим, что там. Нам надо целую найти. Ничего страшного, сейчас все найдем. Сейчас все найдем. Ой, так. Корабль, конечно, у меня просто божественен. Да. Так, океанская планета.
Ну где я вам найду океанскую планету, а? Frozen Star. Есть ледяная звезда у меня? Ну, это явно не то. Мы сейчас на Эссентри. Я нашла. Ну, лети тогда. Сейчас. Я тогда топливо. Да, она, кстати, не тратит топливо, потому что это все в рамках одной звездной системы. А, ну тебе везет, у меня в моей звездной системе нету водных планет. Ну, я что-то как-то вот нашла, так получилось. Так, надо это дело все сложить вот сюда. Так, а это мы все сложим вот сюда. Сейчас меня разорвет сейчас площадь или нет? А не, нормально. Да не, нормально, что живой, все хорошо. Если мы сразу на дне океана появимся или как? Не знаю. Это, мне, кстати, да, это точно водная планета. У меня, кстати, остались еще три куска этой... три куска... Господи, как они называются? У меня слова вылетают из головы. Ой, то, что осталось от тарелки. А, да у меня тут самого 16 кусков валяется еще. Только зачем? Вау! Так, что там? Пальма, что? Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Бананы, кокосы. О, боже. О, тут зеркелинги летают. Ты где там? Куда ты пошел? Направо? Направо. Там еще сверху в небе летает. Я говорю, это зерглинги. Я не хочу смотреть. Посмотри, вон что летает сзади. Я не хочу смотреть. О! Это просто ужас, то, что здесь летает. Ух ты, китайская, китайская. Почему она не открывается? Ну, я ее, короче, стырила просто. Так. Ой. Это же интересно. Я, по-моему, сейчас получу на орехи от того, что я... Так, все вы продаете. Что это такое? Что это такое? Rival. О, River Leggings'ы. Я возьму эти Leggings'ы. Coral Creep. Что? Blue Chair. Yellow Steam Pack. Какая-то пушка. Шафт плохой. У меня денег нет, понимаешь? Еще какая-то офигенная пушка, которая рокет, которая ракетная. Блин, прикольно. У меня нету денег. Не, ну я не буду это покупать. Я себе купил, подожди, что я купил себе? River Leggings'ы. Так, 50-12-8-8. Нет, что? У меня лучше броня. Слушай, я сажал эту ракушку. Зачем? Не знаю. Виноград, спасибо. Алмаз, еще спасибо. Вот это точно первый. Рыбки. Отлично, отлично, отлично. Просто убил рыбку. Да. Я себе один манипулятор мод скрафтил. Молодец. Так, начинается. Вау, это вообще что такое? Я говорю, вот это летает здесь. Слышь, ты что это вообще? Не, где моя дикая копейка? А где вода? Вот. А, вот мы дошли до воды. Кстати, мы можем набрать себе воды, чтобы флеш хватило до конца дней просто. Кажется, мы сейчас инвентарь весь водой забьем. Так, короче, я пошла. Кислород! Как ты будешь дышать там? А, у меня не показано, что я сейчас задохнусь. А, наверное, нам какую-то штуку все-таки приклеили. Ё-моё, это бездна. Понимаешь, это какая-то бездна. Я иду, подожди. Тут просто... Я еще уголь добываю, уголь! Господи, что это вообще? Кто это здесь? Тут какие-то медузы непонятные. Вау! Слушай, как здесь круто. Кто проживает на дне океана, да-да-да. Так, что это? Где вообще, блин? Я внизу. Вижу. А что нам нужно? Ей нужны келпы какие-то, да? Что это такое? И как они выглядят, мне интересно. Слушай, а мы воду в любом случае добываем. Да, потому что выбора нет. Оно само собирается. Может... О, тихо, сундук вижу. Вижу сундук, пофигу на все. Да. Господи, оно, кстати, господи, как оно долго ломается. Ага. Так, сейчас. Заполним все водой. Да! Все. Так, 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 так. Господи, я столько всякой хрени, это самое. Телепортный кодек. О, так, что я собрала? Я собрала какую-то прикольную штучку. А я скалу собрал.
Так, нужны водоросли, водоросли, трава. О. Блин, как долго тут все это ломается. Слушай, нам нужно накопить на эти, на новые... На новый манипулятор модуль. Ой, на, ну, короче, так, на новые манипуляторы. Пошла, да? Я налево ушла. Ой, и я жду, как... Она нами плывет, слышь? Что? Акула здесь плавает. Не эй, говори мне про... А, я вот нашла келпа. А, вот они, келпы. По-моему, где? Вот эти вот водоросли, это и есть келпы. А, я, слушай, я не обратил внимания. А сколько ей надо этих келпов-то? 300. 300, да, она охренела. Сейчас посмотрим еще раз. А, да, вот эта трава, это и есть келпа. Ну, нарываем. Все оказалось проще. Я бы под этой водой, только надо прокачать нам эти... А! Не. Я думаю, следующий серий тоже здесь побудем. Да, почему бы и нет. Потому что как-то в этом водном царстве мне хочется побыть подольше. Да, тут круто, мне здесь нравится. Здесь клево. Не, ну то, что мы... То, что я не ржавею, меня вообще очень удивляет. Ну, тем более... Да, то, что я плаваю как топорик, это хрен с ним, но... То, что я не ржавею, меня очень удивляет. Пойду-ка я и дальше вправо. Но ты, конечно, выглядишь намного более аутентично вот здесь вот на дне, потому что... Да, вот этот твой скафандр, это просто нечто. Я соберу. Так, я тебе сейчас вот эту штуку сломаю, если она налево упадет, то ты соберешь. Сейчас. Да, собирай там, она сейчас к тебе упадет, эта штука. О боже мой, здесь есть акула. Я, по-моему, уже собрал, нет? Сколько я уже собрал этих штук? Ну-ка, у меня 152, надо еще раз столько же. Мне надо поболее. Что-то оно как-то реально очень медленно ломается. Ну, прям потому что мы не прокачали эту штуку. Ну максимум. Ладно. Я надеюсь, там... сейчас тут не вылезет какая-нибудь большая дура, которая захочет нас сожрать. Какая-нибудь прям очень большая дура. Выплывает такой ктулху. Ну ага, какая-нибудь ктулха действительно вылезает из-под дна и такая: ой, вы меня не ждали, а я пришла. Не, не надо нам такого счастья. Рыбка? Рыбка такой прикольный анимацию у этой рыбки. Да. Смешная, смешная. Зачем ты стырил этот самый светящийся грибочек? Может, я могу. Это просто это самое гениальное объяснение, которое я когда-либо слышала, потому что я могу. Да давай ты, господи, поднимайся. У меня этих 190. Все собрали. Мне нравится эта планета. Я бы здесь жила. О, поставила. Хи-хи, тут еще он есть, плюшки. Короче, сделаем по-другому. Да, блин, ты, короче, опять быстрее прокопаешься. До этого сундука. Ну ладно, забирай. Там как раз бинты, которые тебе очень нужны. Да, у меня еще 75 сумок есть. Так. А я тут пока травичку пособираю. Логично. Интересно, а потом эту воду на что-нибудь полезное можно кинуть? Потому что мне-то вода ни к чему. Это тебе нужна вода, ты а человек. Что сделать? А? Бассейн построить, например. Ну, чисто. Где? Ну, вылезти на поверхность, построить яму и туда вылить воду. А я что-то подумала просто... На корабле бассейн. Я так и думаю, зачем? Я же робот, я не... Мне только... Мне бы масляную ванну какую-нибудь. Как, знаешь, как Трипио в Звездных войнах. Чтобы там все, я собрал. А я хочу пройтись немножко вправо. Сейчас посмотрим. А я все, я собрала все, да. То, что надо. А я буду воду собирать. Ух ты. Тут, конечно, на заднем плане вообще очень крутые вещи. В смысле, красивые очень... Угу. Красиво выглядящие вещи. А я плыву и воду собираю. Сейчас опа! Будет. Я нашла большую рыбу. Очень большую. Вон она. Вот она. А, видел уже таких. Я, короче, к ней не пойду. Пошла она нафиг. Но она плывет уже к тебе. Ничего не знаю, она меня не догонит. О! Тут можно еще ниже спуститься, и я видела этого удильщика. Так, еще один домик. Это что? Прокапывайся к нему тогда что. Ага, сейчас опять не прокопаюсь. Тут, блин, везде этот чертов камень. А, ну да. Здесь уже везде он.
Ладно, ради сундука можно. Не то чтобы он мне был нужен, но... Ой, короче, я не хочу прокапываться к нему. Пошли дальше? Или ты все-таки прокопаешься? Нет, не буду я прокапываться, мне в лом. Так, а вообще я выкину кое-какие вещи, которые мне не нужны. А, например, вот это вот, вот... А, это просто можно сломать. Что такое? Ты просто собираешь воду, да? Да. И зачем? А прикинь, сейчас весь океан соберу. А, это тупость. И все. Почему уже 3000 ватт, и я собрал? Ты понимаешь, что ты будешь повинен просто в экологической катастрофе на этой планете? Блин, я тоже хочу воду собирать. Давай в твоем быстрее. Это странно, да. Так когда она уже закончится, эта вода? Что-то местных объемов, думаю, мы вряд ли высушим все здесь. Немножко обмельчает, конечно. Чуть-чуть совсем. Совсем чутушку. Да. Ну, тут вообще как-то темно-темно и страшно. Ой. Какие-то руины. Ага. Чё нашел? Подожди меня. Подожди меня, я плыву. Ой, какой-то город? Нет. Затонувший корабль. В нём клёвая штука. Клёвый молоток. Клёвый эти. Клёвый ананас. Ананас. Подводы ананаса. Как они там не сгнили еще? Не знаю. Попробую, узнаю. Так, еще один домик. Блин, я не хочу ломать эти. Они геморройно ломаются, эти долбанные стены. Я не буду. Подожди, сейчас проверю. Сейчас достану, сейчас достану. Доставай, а мне в лом. Тут что-то как-то совсем темно и страшно. Я, короче, подожди, включу фонарик. Подожди. Ладно. Там шприцы были. А, ну у меня есть. Шприцы. Какие у тебя есть? А, пустые и цветы. А ну-ка подожди, я потещу. Что? Слушай, бур реально пронзает небеса. Иди сюда. Нам надо бы труды, кстати, пофармить. Какой? Всякой, поэтому на зимнюю планету мы слетаем. Ладно. Рыба, отстань! Рыба, отстань, не надо меня трогать, не надо меня. Ты где там уже? Я чуть-чуть вправо ушла. Чуть-чуть, да, я уже бегу тут полгода. Ничего подобного. Что ты тут? Ничего, покажи мне, как этот бур работает. Вау, офигенно. Это серебряный всего лишь бур. Надо будет набрать на бриллиантовый. Ну, красная зимняя планета, там руды куча просто. Да. Наверное, может, следующая часть. Когда оно уже закончится? Не знаю. Идем, нет, идем. Не, мне, конечно, нравится здесь по дну ходить, но... О, руины подводные. Якорь хочешь себе забрать? Нет, мне его ставить, к сожалению, некуда. А жаль. Но у меня просто корабль маленький. Блин, почему мы до сих пор не можем увеличивать количество комнат на корабле? Почему? Не, может, и можем, просто не умеем. Просто не знаем как. Нет. Но нас никто не научил. Пиш подъем. Рыбка, здравствуйте. Так, оп. Да, слушай, это вообще очень-очень атмосферно все. Что тут у нас внизу? Ничего. Ничего. Угу. Помню, где-то как-то еще можно кораблик себе построить. А, какой? Чтобы плавать по воде. Да? Слушай, а может прокопаемся куда-нибудь дальше внутрь, в смысле под дно куда-нибудь? Под дно хочешь? Да. Я не знаю, зачем иди это надо. Иди ко мне, я прокопаю сейчас. Я еще... Ты опять куда-то умотал тоже, блин. Я пещеру вижу подводную. Дом вообще, я прям у дома прокопался. О, знаешь, как я удачно прокопался? Только сейчас здесь все затопит. Да пофиг вообще. Не, они, конечно, умрут, но кого это волнует? Ты житель просто. А не, смотри-ка. А не, идет вода.
Я ему не завидую, в смысле, ей или кто-то. Быстрее вскрывай. Быстрее вскрывай все, пока забаррикадируйся в доме. Что? Ты не поверишь, что я нашла. Что ты нашла? Платиновую эту самую кирку. Ну, круто, тебе что? Бинты я нашел. Еще бинты я нашел. Простите нас, жители. Мы не специально. Вот, видишь, смотри. Угу. Ну-ка, сейчас посмотрим, как она. О, ну ничего так, в принципе. Только она, у нее, конечно, тоже срок жизни свой есть. Все, я сдохла, спускайся чуть ниже, там... Ох, лед, лед, и у меня FPS просто нету, меня сейчас убьют. А? Я... Нельзя, нельзя помирать, давай, 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 ко мне. Я не успеваю, меня еще делают. А я убил. Не, все, все, я убил акулу. Ты живой, да? Я к тебе тогда. Тут лед. Светлячок! Уйди от меня! Умри. Так, у меня три кадра, у тебя, наверное, будет один. Почему? Нормально. О, тут какой-то ученый. Ученый, прости, сейчас сюда вода придет. Сорян, мы у тебя сейчас все потырим. Вон уже вода идет. Же вода подступает. Топ-пуф. А вот сейчас, знаешь, есть шанс, что мы осушим. Ой, кофемашин есть. Прикольно, кофемашин. Слышь, сейчас есть шанс, что мы осушим. Ой, я включила ему компьютер. Не, давай я включу. Мистер ученый, а можешь с вами побеседовать, а? Нет, он... The planet was... Климат. Тут очень суровый климат, но в принципе, теперь... Боже, у меня 3 FPS. У тебя нормально с FPS? Да вроде да. А у меня 3. Как-то вроде ничего, ну, 20 примерно, ну, нормально. Ну, сочувствую. А, мне надо отсюда вылезать как-то. А я с помощью своей новой кирки прокопаюсь чуть глубже в снег. Прокопайся руду по фарме тогда, раз у тебя тут все норм. Потому что у меня FPS вообще нету, это, по-моему, вода там, потому что сверху что-то идет с ней. Так, отлично. О, тут еще он. Клево. Давай, открывай. Так, сундуки. Ой, ну хотя бы 5. Так. Что это, я не знаю. Потом увидим. Ой, вылазь из этой ямы. Господи, что за снежный человек? Уйди отсюда. Так. Так, так, какой-то отсюда. Компьютер непонятный. Зачем? Ну-ка, что за щит? У меня новый щит. Зачем он тебе нужен? Ой, какой классный щит у меня. Отлично. Хе-хе-хе. Видите, ракушечки. Какая прелесть. Ай! Так, ладно, копаемся дальше. О, слушай, иди ко мне. У меня нашла звездные врата. Ты издеваешься? А, нет, все, у меня вроде отлагало. Нет, не издеваюсь. Ты просто можешь телепортироваться ко мне. Где ты там, а? Ты уже здесь вода, Господи Иисусе. Ну, она, я не специально. Ну что, пойдем? Раз, два, три. Слушай, у тебя классный щит, мне нравится. Ракушка. Он красивый. Угу. Так, надо... О, боже. А, я тут был, боевая зона, тут сейчас 10 врагов. Со всех сторон. Нет. Давай. Зая. Да бей ты его, боже мой, что ты его не бьешь-то? Так, отлично. Теперь надо. Ой, блин, ты где? Где ты? Черт! Я отбиваюсь от бандитов. Просто слишком много на меня. Титаниумная броня, это, конечно, круто. Че, все что ли? А прикинь, я тут был один и без брони, без оружия. Это мое точно. Какая-то ковбойская. Возьми себе торчи, у тебя же их нету. Тебе их вечно нет. Идеально ковбойская, это идеально. Просто ты прекрасен. Писай ковбойская. Так, что-то у нас еще есть. Ничего тут вообще нету. Ну, и типа занять позицию. Смотри, там что-то фиолетовое. Ну да, там сундук. Как его достать? Эта штука не ломается. Скользи.
Блин, ну... А, там, за... там же сундук, Карл, ну там... Так, все, я отсюда не уйду, пока не найду спот к этому сундуку. Сейчас попробуем. Здесь, наверное, тоже будет что-то подобное. Нет, здесь уже выход. Нет, в смысле, там пустое пространство, там нет ничего больше. Подожди. Вот. Черт, здесь тоже некуда пройти. Ну там же сундук. Что-то как-то это вообще нечестно. Блин, почему я себе прокачала какую-то хрень, а не двойной прыжок? Вот почему так получилось? У меня просто тоже двойной прыжок есть, но я его почему-то не прокачала. Ладно, я пошла. Ой, тот сундук останется на совести тех, кто его туда запихнул, что ты его ни хрен достанешь. Чего-нибудь крутого. Ты вообще вниз пошла? Угу. Ну, тут надо это самое, добывать руду. Так, подождите. Ты слишком сильно вниз помушла. Там же это пошло. А, да, это какая-то хрень ненужная мне абсолютно. Плохо ломается, это каблстоун. Ну, это и... Блин, у меня кирка скоро сдохнет. Печально? Печально, да. А, так, слушай, а у нас эти... Они не сканируются, да? Да, кирки нет. Да. Блин, это нечестно. У тебя бур будет, который может пронзить небеса. Жесть. Ну, кстати, да, я нашла еще несколько этих самых... Алмазов? Как их? Да, алмазов я теперь смогу себе, наверное, сделать... Откуда ты нашла алмазы? Ну-ка, признавайся. У звездных врат. А-а-а. О! Что? О. Да мой щит, я вспомнила, как его открывать. А, ну да, у меня тоже такой есть. М? Акула к тебе прыгнула. Никто ко мне не прыгнул. В смысле? Она не туда прыгнула. Не, ну сейчас, конечно, я прокопаюсь немножко, и мне придется драться с ней, да, это да. Ну. Я выше полез обратно. Все, до свидания. Опять хреново туча снега. А, пойду-ка я, наверное, к себе на корабль сделаю себе этот бриллиантовый бур. По-моему, тоже очень быстро ломаться будет, мне кажется. Сейчас посмотрим. Мне как раз хватает их. А вот зачем нам вот эти апгрейд-модуль? Блин, вот как это, как с помощью этого апгрейд-модуля апгрейдить свой корабль? Не знаю. Так. Я бы как копается, добывая разную руду. Доктор сейчас убьют. Так, доктор убили. 3D-плит. А, помогите мне, за помощь! Доктор! Нет, доктор умер от бабочки. О, от светлячка. Я тебя поздравляю. Так, может быть это здесь где-то есть? Я угадаю, что я нашел. Это вообще не то. Угадаю, что я нашел. Что? Угадаю, что я нашел. Я не знаю, я... Типа она. А, отлично. Я их сейчас же съем один. Так, апгрейд модуль. Что за слово да был? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что? Нахрена мне апгрейд модуль? Серьезно? Окей, что такое? Хорошо. Я еще не могу. Серьезно, класс. Что? Я себе новую игрушку нашел. Какую? Пэм. А ты где сейчас? Я все еще на той плане, на дне. Я сейчас к тебе телепортируюсь. Мне прям интересно посмотреть, как ты выглядишь. Не-не, у меня одежда старая. Нет, а... Ну, или что ты там, что чего ты там ржёшь-то? Но... Так, и что? Сейчас. Шикарно. Это самая офигенная вещь на Земле, которую когда-либо видела. Так, у меня есть... Ой, здравствуйте, свидай. У меня есть бомба. Еще один ученый, здравствуйте. Ваш коллега тут помер недалеко.
Все, до свидания. Я явно в деньги коплю. Так, а я нашла сундук. Я его уже облутал. Да? И ты уже спускался, блин. Да, я оттуда мы пришли. Оттуда ты врезался. Ну вот. Ладно. Нет, я буду первым. Да сколько угодно. О, во. Зачем мне эти три штуки уже? Иди ты в баню отсюда, сдохни, тёба. О, кусок мяса. О, кусок мяса. Ну да, зачем только он мне нужен? Я же не ем, я же не человек. Я же не ем человеческую еду. Так, ну ладно, давайте попробую прыгнуть. Серьёзно? Ой, не, нормально. Так, отлично. А зачем, интересно, желтые шприцы? А, подсвет, подсветить себе. А, окей. Я просто вечно, вечно путаю. Вот, вот желтый. Ну что, факел назвать? Ты светишь, и тебе якобы норм. Ты якобы все видишь. Иди сюда, Джеза. Ну ладно, давайте, чё бы его не поставить. Сейчас только сломаю себе кирку. Все. Ломай ты кирку, это уже, как господи. Ты себе не скрафтил. Что? Я бур не стала крафтить. Мне, ага. Мне жалко. Да блин, меня снегом засыпало. Давай, давай, родной. А тут, наверное, не предполагается проход с этой стороны. Сука, большая база-то ученая. А, вот в проход. Ой, а о, что слушай. Это такое? Ой, мамочки. О, отлично, лама. Все, нету лама. Была лама, нет лама. Не знаю, что это такое. Так, это забрать. А, все, поднялась. Забрать. Что такое? Уотербаллон. Что за уотербаллон? Так. Это я не буду брать, это мне не надо. Это я возьму. Возьму, это я возьму. Я возьму. Ты, кстати, можешь эти синие шприцы юзать, если тебе нужны будут прыжки. А. О, банан. Да, виноград. Бананы. Я нашла виноград. Виноград у меня тоже много. Но я не буду его брать, зачем он мне нужен вообще? Ну, поесть. Я не человек. Тут кости. Я не человек, я не ем. Тут кости. И тут разрушенный дом чей-то. А ты куда ушел? Налево, чуть и вниз. Налево и вниз. А, ну ладно. Бинт. У меня уже 71 бинт, класс. 130. Зря я, конечно, спрыгнула. Не надо было этого делать. Не, тут то. Хотя подожди. Чё это? Так, бур, пришло твое время. Сложь пронзить небеса. Так, сейчас надо включить что, второй что, компьютер, что? Пусть он... О, все, отлично, второй компьютер отлично освещает дорогу. Я сдохла. Класс. А, я тоже сейчас сдохла. Чуть не обратил внимания. Блин, ну как ты, ну почему это получилось? Почему это происходит со мной? Я еще так молода. Я какое-то странное место нашел. Да, подожди, я к тебе телепортируюсь. Тут красный клювастый дракончик. Ай, так... Мне тут надо немножко сложить. Слушай, все, что я немножечко это вышел из кризиса, у меня 1700 пикселей. А, 2310. Ну ты ж не потратил все. Ну да. Так, мне надо сложить. Кстати, вообще, пошли с тобой сдадим квест. Ну тут же. Ладно. Тут же много руды. Ладно. Хорошо. Что это такое? Фрагмент чего-то. Ладно, пусть лежит здесь. Руда. Вся руду, всю руду добывай. Так, добывай сильверори, вода. Я очень сильно удивлюсь, если нам еще нужно будет грейдить сейчас оборудование на наших станциях с тобой. Обязательно нужно будет. А, я снег сюда пустил. А, нет, все норм.
Так, это уйди я от меня! Беру, это я оставлю. Да, что там с тобой происходит, фиг его знает. Да я тут на снег напоролся, на акулу напоролся. А я просто чищу свой инвентарь от всякой фигни. Крутьте. А я вот лезу. У меня откуда-то взялась дверь. Дверь? Да. Мне интересно, мы осушили с тобой это море, океан? То, что сделали дырочку под землю. Не знаю. Что я, наверное, сейчас вернусь обычным маршрутом. Мне просто хочется посмотреть, что-то вообще получилось. Так, я к тебе телепортируюсь. А, давай. Пока тут. Не, ну просто куда ж еще? Больше некуда. Так, так, подождите. Вот ты где. Еще одна веревка, господи, у меня их уже столько этих веревок, что мама не горюй. О, дом какой-то. Да я уже там обыскался. А, там мы уже были, да. Яблок. Блин, как не хватает вот этого вот прыжка двойного. Мне нужен технический чип, чтобы я могла немножко покачаться. Ой! Ой, ты какая зяюшка. Убил ее, нет? Нет, я ее не стала трогать. Зачем трогать такую зайку? Так, айрон, даже айрон мне я буду брать. Ой, тут мои любимые вот эти вот снежные хомячки. Ты посмотри на эту зяю. Так, я обалдею. Так, тихо. Так, все, мы здесь... А, вот оно. Это вот эта гадость. Иди сюда. Слышь. Да, блин. Сдохни. Задолбал. Ой, твою мать! Воды? Я опять умерла. Я погибла. Я не пойду больше на эту планету. Я пойду на аутпост сдавать задание этой даме. Секунду. Дай я хоть покажу людям, что там случилось наверху у нас вообще происходит. Ну, имею в виду. Так, ладно. Ну-ка, бим даун. Кстати, с тобой сундук пропустили, но я его тоже пропущу, потому что. Ну почему? А чё? Я, кстати, теперь сейчас... Я вернулась на планету, я пойду теперь налево. А-а. О, тут тоже вода есть. А, нет, ты этот сундук лутала, видно. Все, я сейчас опять опущусь на дно. Давай. А ну-ка, мне интересно глянуть, а что тут у нас? А, прикольно. То есть я могу просто наружу прокопать весь остров. Забавно. Я бы не сказала, что воды стало меньше. Слушай, она чуть не идет. Даже тут как-то еще. Так, о! Ты не поверишь, но походу я пришла к тому месту, где. А, то есть мы почти сделали круг, да? Походу, да. Я могу ошибаться, по-моему, я ошибаюсь. Да, я ошибаюсь. Мы а здесь... вода больше не идет, кстати. Закончилась. По-моему. Ой-ой-ой, какие зизуки-то эпические. Не, ну она так, знаешь, потихонечку скапывает вниз. Потихонечку. Ну и ладно. Сейчас я сделаю побольше. Ой, пошли уже на аутпост, человек. Что тебе вот прям... Сейчас я пробурюсь. Так, я нашла какой-то проход. Вот, все, пусть стекает. Нет, это не тот проход. Я плыву, все, я всплываю. Это не тот проход, который мы ищем. Ладно, я тоже, короче, наружу полезла. Что-то мне здесь не хочется находиться уже. Это, конечно, круто, но воды слишком много. Так, опа, а где выход? Так, я сейчас буду прокапываться наружу. Ты что, утонула? Нет, я не утонула. Ау! Я просто, понимаешь, проблема в том, что я выплыла... Ух ты, а что это за рыцари? Я выплыла прямо под островом. Это черный могучий рейнджер. Я нашел черного могучего рейнджера. А я прокапываю остров насквозь. Тут был этот... Подожди. Остров насквозь, тут был еще один остров. Тут маленький островок, на котором живет черный могучий рейнджер. Не знаю, я просто тут... Понимаешь, я тут всплыла и поняла, что мне некуда всплывать. Поэтому я решила прокопать корабль. Ой, корабль, остров. Я понял. Я тут тоже еще один остров нашел. Иду это, к тебе. Конечно, тут. Еще один черный могучий. Это орден черных могучих рейнджеров, я понял. Go, Power Rangers. Ты смотри, как он просто мечом с одного удара на 76 урона разнес. Нифига себе.
Ой, что это такое? Ой, я нашла уголь. Так, я уже два острова перебежал. А вода тем временем все ближе и ближе. Ну, знаешь, я буду копаться долго, потому что это какой-то очень большой остров. А я иду прямо на себя. Ну, да, мы с тобой на одном уровне, но я внутри острова. Я уже два острова перепрыгнул, потому что они там полностью закрывают проход. Ну, или не закрывают, или они просто это самое. О, о, поверхность, я вижу свет. Я вижу свет в конце туннеля. Ура! Кто еще может похвастаться тем, что прокопал остров? Вон тут острова, одно-то все в воде, мне кажется. Все. Я выбралась. То есть по одну можно бежать сколько угодно. Я выбралась наружу, отлично. Слышишь? Тут да. Острова, они как бы внизу заканчиваются, опять идет океан, а потом уже этот ледяной. То есть здесь можно эти острова, тут фух. Несколько островов. Все, я к тебе иду, в общем. Сейчас только тут вот. Я прям по это иду. Ты где именно идешь? Не знаю, я где-то иду. Слушай, это идеальный, я нашел идеальный остров. Господи, тут столько покемонов, ты не представляешь. Слушай, ты пока идешь ко мне, это я тут нашел идеальный остров, ты пока иди сюда, мы, наверное, на нем закончим серию, а на отпуск пойдем сейчас. В следующий. Да-да-да, я плыву. Нет, тихо-тихо-тихо, я только сделал красиво сейчас, как о, нужно. Дождь пошел снаружи. Да-да-да-да, пошел. Сейчас ты... А, я начинаю намокать под дождем. Вот же тупость, а. Я в воде купаюсь и нормально, а тут, называется, под дождик вышло. Слушай, что-то тут далеко как-то. Нормально. Вот забавно, я когда под водой нахожусь, музыка такая приглушенная, только выбираюсь из воды, музыка становится более ясной. Это забавно. Все, я сделал идеальный остров. Я убрал три пальмы. Так, все. И тем самым сделал идеальный остров. Так, сейчас. Значит, так. Так. Все идеально. Просто идеально. Еще один кусок мяса. Просто идеальный остров. Подлечись, а то сейчас помрешь. Да. Сейчас я тебе навстречу. О, сундук. Не видно ничего? Нет, пока что нет. Я тут сундук лутаю. А в сундуке целая медицинская сумка. Круто. А еще... водный шарик какой-то. Он называется случайно не Water Balloon? Да. Нет, 12. Не знаю, что это такое. Может, такая тоже руда типа. Я до какого-то дома дошла, и тут... Нет. Тут очень интересные вещи, должна сказать. Даже маска какая-то есть, которую я сейчас надела. Отлично, все, мы ждем тебя. А я уже вижу, у тебя маска этих, как шахтеров, да? Ага. Я вижу тебя по аватарке. Слышь. А я одел крутые штаны и... Ой, короче, иди в баню, блин, живность. Я плащ снял, мне плащ больше не нравится. Не хочу с плащом быть больше. Ой, господи, где ты там? Уже ночь наступила, я до сих пор до тебя доплыть не могу. Подожди. Ой, тут какая-то живность за мной прыгнула и утонула, блин. Что-то как-то грустно. Сейчас я сделаю вообще атмосферно, подожди, ты пока плывешь. Почему за мной идет дым черный? Это от маски, что ли? Тупость какая. О, ты уже близко. Меня начинает завораживать вот эти вот попрыгушки такие. Так, и вот это вот... Добро пожаловать на мой чудо-остров. Почему я дымлюсь, скажи мне, почему? Просто маску сними. Это тупость какая-то. Это маска такая у тебя. Это, по-моему, маска... Да, это маска. Это маска биоников. А я, как ты видишь, снял свою боевую броню. Да, зачем? Не, на самом деле я ее не снял, тут же можно же этот одевать видимость, ну, саму броню и видимость, что люди будут видеть. А, вот, нет, подожди. У меня ее сейчас видно на голове? Нет. Странно, я на себе ее вижу. Тупость какая-то. Тебя там это бьют. Да? Ой, блин, зараза. Слышь, ты чё это? Все по атмосфере прям. Да. Чё мне ещё есть такого интересного? О боже, а вот это откуда? Что?
Вот это. Не знаю, где достал. Так, подожди, я тоже хочу что-нибудь такое поставить. У меня тоже что-то есть. Слушайте. Не, а что такое? Почему? Почему оно не ставится? В смысле я не могу воду юзать? В смысле я не могу воду выкидывать? Нельзя воду выкидывать? Нельзя. Представляешь? А, слушай, вот сейчас, сейчас будет атмосфера. Так, так, сейчас. Так, так. Еще вот так вниз тряпочку нажми. Нет, подожди, это что-то не то. Это что-то не то, что я хотела бы играть. Сейчас. Это тоже что-то не то. Так, сейчас. Сейчас поищем, что можно поиграть здесь. Опять? Почему я опять играю эту вещь? Я не хочу эту хрень играть. Я тебе отдал очень важные вещи вообще-то. Все. Вот тебе атмосфера. Сталкер. Ты, кстати, очень похож на него сейчас. Только копье убери. Но я так странно играю в эту гитару. Блин, это вообще... А выстрели просто вверх, пусть она где-нибудь там взорвется. Ура, фейерверки! Что вообще происходит? Это упоротость какая-то. Короче, ну, я не буду играть. Что, дорогие друзья? Да, давайте на этом закончим именно, а то что-то я упарываться начинаю. Да, всем спасибо за просмотр. Да. В следующей серии пойдем сдавать квест, будем двигаться дальше. Наконец-то. Так, я пошла купаться, потому что я мокну. А вот всем здесь я сухая. Спасибо за просмотр. Да. Всем пока. Всем пока.